Дарк, всем привет. Сегодня пойдет речь о экшн-камере и Wi-Fi. Погружение под воду и как ее погружать. Всем не секрет то, что экшн-камеры под водой не работают без Wi-Fi. Сразу сигнал теряется. Был у меня первый опыт недавно. Камеры дешевенькие взял для эксперимента, как, что и зачем. В этом году попробовал ее опустить под воду, ну, не зная того, то, что под водой Wi-Fi теряется. Снимал без Wi-Fi, ставил на съемку, опускал под воду. И по результатам только вытаскивал камеры. Много пересмотрел видео, везде варианты разные были. Где-то скручивали железные палки. В основном съемки были с лунок. Опускали на веревках. Летних вариантов не было. Либо те, кто занимается подводной охотой, ну там у них на голове камера, у кого на ружье. С лодки вариантов очень мало. Посмотрел все и пришло мне в голову взять удочку 6-метровую и с этой удочки сделать держатель для съемки под водой. Ну, что нам для этого надо? Удочка. Это была 6-метровая удочка, лежала 2 года, я ей не пользовался. Ну, соответственно, камеры, держатели всякие разные. Вот такая штука у меня. Это для груза будет. Ну, начнем. Здесь у меня будет камера, так как она легкая, я утяжелил здесь вот этой, ну такая полкило может есть, но далеко, глубоко он не ходит. Сейчас вот здесь вот обточу и она туда подальше зайдет. Так, вставляем нашу огрузку. Зальем ее клеем, чтобы она там не болталась. Взял набора, здесь уже насверлил, сделал резьбу заранее. Сейчас отмерим. Здесь оставляем кусок. Он будет крепиться, просто стоять здесь. Отправлять Wi-Fi. Сейчас мы его. Угу.
держатель для телефона. Пауза! Так, ну, вот что у нас получается. Здесь вот это все будет на стяжках. Второй конец защищается будет сюда. Так как здесь тоже сделаю стяжки, провода можно будет спокойно собирать в одну часть. Так как стяжек в данный момент нету. И эта часть огружена, она будет уходить под воду. Сейчас просверлю дырки в каждом колене, там, штуки по 3, по 4, чтобы вода заходила и уходила, чтобы она не всплывала сразу. Ну и подскажите, стоит ли здесь делать двуногу, ну, такие штырьки, которые будут впиваться в дно, и как. Если у вас есть варианты, пишите, говорите. Вот так штука получилась. Я считаю, что очень классная. С лодки снимать для подводной съемки — это очень шикарно. Сейчас. Так, вот я закончил. Здесь крепление для телефона. Напомню сразу, удочка была 6-метровая, кончик один, одно колено тонкое убрал. Двигается,
Здесь провод зачищено, и центральный провод в этом пузыре. Так как 15-20 сантиметров Wi-Fi ловит, не обязательно прикреплять, клеить к телефону. За счет колец видно, в каком положении у вас камера под водой, на бок упала или нет. Ну, я что-то думаю, она даже длинная, и, наверное, после тестов проверю, стоит убирать это колено или нет, переделывать все сюда. Как видите, весь провод у меня на стяжках идет, он никуда не гуляет, не запутывается между собой. По этой части. Стоит двунога. Здесь я так проволокой подцепил, на всякий пожарный. Она, можно сказать, не держит. Вот, держится на этих болтах. Это щеколда, вот. От щеколды часть. Как видите, здесь у меня все на эбоксидке заклеено. Проклеено. Провод также идет. Здесь пузырь, чтобы не было никакого замыкания. Центральный провод здесь не касается с наружной оплеткой. После тестов увидим. Так что потестируем, посмотрим, как эта удочка себя поведет. Вот она в разборном виде сгибается, тоже сгибается, убирается. Здесь какой-нибудь провода резиночкой стягивается и готова для транспортировки. За одним минусом вот этих штырей. Ну, они небольшие, я думаю, мешать сильно не будут. Так, с удочками чехол какой-нибудь сделать. Нормально. Кто согласен, ставьте лайк. Пишите, комментируйте. Если увидите какие-то недочеты, буду рад комментариям. Пока.